снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики! С вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры! И сегодня, ребята, мы вновь вернемся к нашему прекраснейшему Кэтсу! И, ребята, предыдущая серия мы состоит в том, что я уже сделал новый себе вот такой танчик, на котором мы прошли парочку этапов, уже на 19 этапе мы находимся. И в целом достаточно клевый танчик получился, довольно жирный такой в текущем сезоне, по-моему, точнее в текущем престиже. У меня это, наверное, самый жирный танчик, поэтому я ему очень даже рад. Хотелось бы его допрокачать, надеюсь, что я с ним пока что буду довольно долго. Хотелось бы оружие помощнее, единственное, на него поставить какие-нибудь более убийственные пилы. Ну ладно, давайте посмотрим, а что же нас ждет сегодня на пятой золотой звезде. Уже почти карбон, ребята, очень надеюсь, что получится как можно быстрее перейти дальше. Очень бы этого хотелось. Так, ладно, прыгающий танк, с этими мы уже ребятами как-то сражались, но я все равно с ним справлюсь, я буду все-таки пожирнее и поубойнее, я думаю. И, ребята, да, напоминаю про лойсы сразу, так как, когда набирается 3000 лайков, то новая серия выходит уже завтра. Если вдруг вы не знали, вы можете поставить лойс и ускорить выход новых роликов по Кэтсу. Также это показывает то, что вам Кэтс не безразличен, вам хочется по нему побольше роликов. И, понятное дело, я буду выпускать их только чаще после этого. Так, слушайте, неплохо идет, потому что, по-моему, я 19-м этапе начал сражаться, и что-то меня не слабо так изничтожали. В этот раз как-то смотрю, и вроде даже неплохо идет. Может быть, даже и перескочу, кто его знает. Не, скорее всего, кто-то один будет такой, который мне все испортит. Но буду надеяться на лучшее, понятное дело. Буду оптимистичен. Может быть, хотя бы раз. И если, блин, я на пятой звезде перейду с первого раза, это будет что-то на уровне чуда. Потому что обычно на пятой звезде уж у меня точно не прокатывает, чтобы так быстро перейти. Так, у этого чувака очень дикий лазер. Вот он меня и снесет, да. Лазер очень мощный, еще и два выстрела сделать. Так-то товарищ тоже весьма не слаб. Но мне повезло, мне тут пак на здоровье упал, 4-звездочный, поэтому я смогу хотя бы танчик усилить, и будет все клево. Так, ну смотрю, что мне не хватает здоровья в целом. А так-то вроде нормально. Так вроде нормально получается дамажить. Урон, в принципе, неплохой у нас, поэтому не вижу особо проблем с уроном. Хотя какую-нибудь более мощную пилу получить я бы не отказался, скажем так. Так, ну что у нас в итоге, вы поняли, что не хватает здоровья, не хватает и также немножко атаки, наверное. В целом бы лучше атаку увеличить, чем здоровье, но здоровье мне проще улучшить, потому что у меня есть комплектик вот такой вот, и целых 5000 нам в итоге сверху даст. И также можно докачать колеса, докачать пилу, например. Так, зачем я этим собирался докачивать? В принципе, конечно, не особо есть смысл, скажем так, один левел докачивать у пилы, но я докачаю просто потому, что, наверное, because I can, да? Так, все, 11 левел, окей, и дальше можно колеса, по идее, поднять, и тоже прибавится неплохой запас хп, как по мне, но может быть что-нибудь можно поинтереснее придумать, сейчас посмотрим. Так, сначала, конечно, колеса прокачаем. Так, самое жирное колеса, это у меня ролик, по-моему, поэтому ролик лучше всего прокачивать в этом ролике. Так, вот, конечно, за каждый левел по 250 хп дается, поэтому неплохо так в целом получится. Так, а пила у меня однозвездочная циркулярка, да? В принципе, если бы я нашел четырехзвездочную, то она бы заменила бы эту текущую. Поэтому давайте-ка один контейнер открою, может, мне повезет, упадет четырехзвездочная циркулярка, что, конечно, маловероятно, но кто его знает. В любом случае, если у нее упадут четырехзвездочные детальки, они будут весьма кстати. Ух ты, там что-то было. А, не успел посмотреть, какая циркулярка, насколько звезд. И четырехзвездочная, нифига себе, что серьезно, настолько повезло. Так, если сейчас еще на луноход, я прям буду ликовать, но это вряд ли так, что будет на луноход. Господи, я чуть какой-то дичь не сделал себя случайно, но вы этого не увидели. Так, на проныру, ну и ладно, в принципе, что, пусть на проныру, пускай. Зато мощность у этой пилы в 100 тысяч раз лучше, чем у нашей другой. Плюс еще какой потенциал на прокачку. Так, это, наверное, прокачивать не буду я. Эта пила еще может, в принципе, такая пригодится, поэтому не буду с ним ничего делать, просто вот эту докачаем, и будет все у нас мега круто, так как эта пила очень даже дерзкая. А еще столько левелов сможем поднять, потому что наконец-то многозвездочные я пилы получил. Это очень удобно. Кстати, да, я же мог пятизвездочную еще получить, но ладно, нет, так нет, ничего страшного. Главное, что я получил в целом вот такую циркулярку, и она мне очень хорошо послужит, я думаю. Так, и как можно сильнее хочу прокачать, тогда у нас будет очень дикий урон, тем более, что хпшку я поднял. Так что остается только поднять побольше нам урончика, какого здоровичка. Так, мозг плывет сегодня, тороплюсь, ролики снимаю, а то, блин, это, сегодня задержался, и ролики выходят у меня довольно поздно. Поэтому пока это, наверное, серию сейчас смотрите, наверное, будет самый поздний, как мне кажется. Так что не сердитесь на меня, обстоятельства такие, я то мог вообще сегодня роликов не записать, но хоть как-то успел. Так что вот, выкроил себе время.
Вот такие вот дела. Поэтому то, что серия будет чуточку покороче, надеюсь, вы на меня сильно злиться не будете. Говорю, что это связано со силами вселенскими, я не знаю. Так, на самом деле, просто с переездом все еще у меня куча дел, и я сегодня очень много всего перетаскивал, можно сказать. И это было непросто. Очень-очень много барахла, на самом деле, надо было тащить. Но в итоге вроде как справился. Так, ну все, вроде я могу успокоиться пока что. Посмотреть, как будет сейчас при текущем наборе. Насколько он будет хорош. Насколько же ты будешь хорош. Можем ли мы Ванька победить? Очень бы хорошо было, если бы я смог. Но это, ну да, все-таки очень-очень силен Ванек. Ванька пока что этим не испугается. Но зато мы смогли убить Фунибуя вот этого. Так, Джако, сможем победить Джако? Или не сможем? Ну давай, давай, ух ты, его победил. Так, последний получается сейчас Нагай. У Нагая очень большой урон, но в целом мы сейчас его справимся, да? Да, получается, что мы с ним справились. И остается разобраться тогда только с единственным товарищем. Это у нас тот самый Ванек, который меня лазером не слабо пробивает. Поэтому то ли урона не хватает против него, то ли что. Так, можно, конечно, еще хпшку добавить. У нас еще появился усилитель неплохой. Давайте еще раз хпшки добавим. Может быть, она как-то спасет меня. Так, и давайте докачаем все-таки колесо побольше, чтобы было чуть более жирное здоровье, наверное. Так, это сколько даст мне? 2 левела. Ну, в принципе, можно каждое колесо так покачать порознь, потому что так быстрее будет прокачка идти. И хпшку мы будем получать по 500 за ап. Так, что вот эти лучше первыми прокачивать. И ну, прокачивать, короче говоря, в равном уровне их. Друг за другом, чтоб шли. Так, лучше. Кстати, валун на чё? На близнецы? Не хочу тогда. Так, два уровня. Вот так. И, в общем-то, все они 5-го левела у меня получается. Но один 6-го получился, но ничего страшного. Что он чуть больше. Это даже лучше, наверное. Так, и получится ли теперь Ванька победить? Давай, давай, давай. Я на самом деле знаю, как можно с ним справиться по-другому. Просто я думал, что может мне получится более халявно сделать. Нет, халявно не получается. Так, окей, тогда просто колеса меняем наоборот, и у нас должно получиться после этого. Потому что если мы едем вот так, то танк едет чуточку медленнее у меня, чем он должен был бы ехать. Так, вот такой вариант еще колес. Вроде неплохо должен смотреться, но это я не отвечаю. Потому что два больших колеса, и должна быть неплохая скорость, вроде как. Сейчас проверим. Давай, 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 не подведи меня, только быстрее едь, быстрее, быстрее. Так, ну, вроде дамажем, даже получилось как-то прицелиться с ним. Ну, блин, не хватило чуть-чуть еще мне жизни, чтобы его победить, да ё-моё. Так, ну ладно, в принципе, одним комплектом атаки я бы сейчас справился. Поэтому давайте попробуем богов рандома привлечь в нашу сторону, чтобы они мне дали комплект атаки. Тоже будет очень даже неплохо, если такое упадет. Но, как обычно, скорее всего, дадут, ну, хотя бы здоровье, тоже неплохо. Здоровья много не бывает. Так, ну что, давайте еще один контейнер. Может, повезет на еще какую-нибудь приятную вещь. Так, хочется просто как можно быстрее пройти уже на карбон и быстрее, потихонечку на шестой престиж уже доходить. Энергия упала, да? Ну так, значит, ты будешь со мной, да? Вот так вот, значит. Ну, давайте-то еще один контейнер откроем. Все, на сегодня лимит контейнеров исчерпан, больше открывать, наверное, не буду. Так. И Что же будет? Циркуляр какая-то упала, комплект здоровья. Ну окей, если два комплекта здоровья на себя накрутить, в принципе, наверное, тоже неплохо будет. Так, единственное, интересно, циркулярка, на что вот это упало, насколько она хорошая. Если бонус идет на то, что мне надо, я буду очень-очень рад этому. Но, скорее всего, это будет бонус на что-то другое. Так, и это на комету, да. Зато она слабее, точнее, чем моя. Почему зато она слабее? Так. Это мне везет, что у меня более сильная версия хотя бы выпала. Так, давай, давай, может быть, вот этого запаса ХП теперь хватит, чтобы Ванька победить. Так, давай, не подведи меня, запас ХП, помоги мне, пожалуйста. Так, раз, два, три, ну, по-моему, сейчас должен будет, как мне кажется. О, все, отлично, получилось, все. Так что, карбончик, жди меня, карбончик, я уже здесь, можно сказать. Крутота. Так, товарищ Виктор. Что-то прыгает тут на меня. На кого ты прыгаешь, да? Что ты стенку не размотал? Если бы сейчас стенка развалилась, то было бы грустно. Кстати, прикольно было бы, если бы они сейчас сделали так, что если в стенку чем-то попадает, то ракетами, то стенка крошится, и она может открыться с определенной стороны раньше времени. Было бы, наверное, интереснее, по крайней мере, как-то более
арена стала бы более живой, как по мне. А не сражение только между двумя танками, можно было бы взаимодействовать еще с окружением. Ну, не знаю, я боюсь, что следующий апдейт будет на новые шапки уже, знаете. Так долго что-то апдейты не делают, вообще же, если даже никаких новостей по поводу апдейта. Надеюсь, что это будет все-таки не новый апдейт с такими шапками, а то это будет очень грустно. Просто звездец как-то будет грустно, если апдейт будет на эту тему. Ну что, остались последние у нас противники, так, лишь бы этот перевертыш все окей, то что он перевернул, ничего страшного, и последний нога остался, мы даже на этот раз как-то мощнее фигачим, агрессивнее точнее, вот я хотел сказать, прям наехали на него так. Так, и все, переходим мы на 20-й этап, ребята, первая звезда карбона, все у нас круто, мы молодцы с вами. Да, вот так вот, мощные детали разблокированы, возьму себе НЛО и супер ящик. Может, хотя бы одна карбоновая деталька упадет, типа, в знак того, что это неплохо, да, спасибо. Я хотел сказать, что, типа, если у него упадет одна карбоновая деталька, то это значит, что этот забег будет неплохим. И, видимо, действительно будет неплохим. Ну, ребята, ладно, на этом я буду заканчивать. Так, стоп, мне сейчас показалось или... Стоп. Чего? Стоп, здесь еще был... Вы видели, нет? Тут, по-моему, было три чувака, которые 9-й звезды были. Или меня переключило. Ну, два, по крайней мере, чувака 9-го уровня. Это 9-го престижа, точнее. Это довольно необычно на одном месте. На одной, точнее, на одном этапе вот так вот. Ладно, ребята, надеюсь, вам все понравилось. Если понравилось, ставьте лайки. 3000 лайков равно новой серии уже завтра. Так что поднажмите. Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. И также в описании ссылочка на мой ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, стрим-канал. Туда вы тоже можете подписаться, если как-то вам интересен. На этом все. Всем удачи и всем пока.